Всем привет! Вы попали на канал Хобби Натальи. И хочу показать вам такой краткий обзор такого новогоднего подсвечника. Видео, если для вас это будет интересно, я смонтирую немножечко позже. Оно, материал отснят. А сейчас просто я вкратце расскажу, как вот, что называется, по зову души создалась эта работа. Она не планировалась, но очень мне захотелось сделать еще один подсвечник для себя в таких золотисто-фиолетовых тонах. И плюс у меня была такая маленькая свечечка интересная. От нее, что называется, все и пошло. Я думала, когда же мне ее применить. Взяла один веночек, который плели мы с вами совсем недавно. Он плотно набитый и как раз сюда подходил по размеру. Красить я его не стала. Как видите, я просто посыпала блестками, чередуя фиолетовые и просто такой вот фиолетовые блесточки и такие белые блестки. Таких вот тонов. Собственно говоря, этими блестками я здесь потом и декорировала еще шарики и шишки. И рядом с венком из лозы, получается, я чередовала шишка, шарик, шишка, шарик. И потом в этой цветовой гамме сделала несколько вот таких вот обычных фантазийных цветочков из глиттерного фоамирана. И сделала несколько веточек в цвет и таких вот объединяющих, он такой разноцветный фоамиран. Просто вот таких несколько еще веточек. И чтобы не было пустот, местами вот так вот я по веточкам красила внутри и по бокам. За основу здесь взята картонка, которая обтянута белым материалом. Снизу это фетр фиолетовый. И по бокам, так сказать, для законченности работы, я использовала декоративную ленту. Собственно говоря, как и в подставочке под свечу. Кстати, это обычный колпачок. Я его просто вот обклеила. А вовнутрь, чтобы свеча смотрелась немножечко выше, до вот этих вот оплывов, я вложила кусочек губки, на который тоже наклеила эту декоративную ленту. Ну и вот такая вот работа получилась. На мой взгляд, что-то такое оригинальное. Такого я еще точно ни у кого не видела, потому что сделано, еще раз скажу, просто по своему желанию. Смотрите, как все хорошо переливается. Плюс еще шишечки и шарики тоже посыпаны блестками. Что-то такое, мне кажется, очень интересное и приятное. Так что делюсь с вами идеей. Сейчас самое время новогодних праздников. Подготовки, вернее, к новогоднему празднику. Ну и буду рада, если для вас это видео оказалось интересным и полезным. Подписывайтесь на мой канал. Я думаю, у нас еще с вами впереди много интересных тем и их воплощений. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. До скорых встреч.